Сейчас я уже еду в аэропорт. Ну, пробовал я здесь где-то около 10 дней. Вот, в принципе, успел все, что нужно. Я встретился с нашими представителями в Бруклине. Вот, сумел сделать интервью с теми, кто здесь живет уже достаточно давно. Сделал там кое-какую обзорку по ценам на недвижимость, по ценам на продукты, по средней зарплате здесь, в Нью-Йорке. Вот. Ну, собственно, хорошее получилось видео. Очень много видео вышло. Я все это буду заливать на наш канал YouTube. Кстати, подписывайтесь на наш канал. Это наш новый канал. В нем более такое вот качественное видео, которое сейчас мне помогает делать Вадим, профессионал своего дела. Вот. Заходите на наш сайт usadefisvisa.com и в нашу группу Facebook. Всем всего доброго. Привет из Нью-Йорка.